Выставка рисунков, книжная выставка о войне, и через 25 лет открываются новые факты. Старые раны не затягиваются. Во время боевых действий в Афганистане в анапских семьях оплакивали горе. Сыновья навсегда остались на войне. Накануне памятной даты 25 лет прошло после вывода советских войск из Афганистана. Почтить память погибших пришли сослуживцы, участники боевых действий, участники Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». На счету героя Советского Союза Георгия Хаустова, летчика, 734 боевых вылета. Это была очень непростая операция. Потребовала много усилий, организационных способностей и умения для того, чтобы вывести наши войска без потерь. И текст присяги герой помнит до сих пор и все так же верит. Тогда все они выполняли долг. По-другому нельзя было. В юбилейный год учреждены медали. Наградили Александра Викторовича Касьяна. Еще двоих участников боевых действий и вывода войск ждет награждение. То, что сделали вы, то, что сделали тех, кого здесь нет, я считаю, это великий героический поступок. Поэтому позвольте мне от имени Сергея Павловича Сергеева искренне вас поздравить с праздником, с датой, посвященной выводу, с 25-летием. В Анапе, первом городе на Кубани, установили памятник воинам-интернационалистам. 15 февраля по традиции в сквере боевой славы анапчане вспомнят погибших и минутой молчания отдадут дань памяти ушедшим героям. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.